Друзья, шмелей не обманешь, они чувствуют весну. Все ползут на цветы. К цветам, к цветам, к цветам. А вот и цветочки. Весна свое дело делает. Шмели проснулись. Полетел. Друзья, завершили процесс укладки куриных яиц в наш инкубатор. Надеемся, выведут. В прошлом году вывели, но мало, неудачно. Много было бракованных. Надеемся, Господь в этом году нам даст, и все будет благополучно. Одним словом, заложили яйца в инкубатор, теперь будем подключать. Вот такой у нас Золушка. Будем надеяться, что все получится. Если Господь даст и все будет благополучно, то через 21 день мы увидим результат. А пока вот так. Вот такая наседка. Пресвятая Богородице, Пресвятая Богородице, Пресвятая Богородице, спаси Пресвятая Богородице, спаси нас. Пресвятая Богородице, спаси нас.